Завтра утром по всей Карачаево-Черкесии завоют сирены, а федеральные каналы прервут свое вещание. В регионе будет запущен сигнал «Внимание всем», используемый для привлечения внимания перед передачей экстренных сообщений в случае угрозы ЧС. Но причин для беспокойства нет. Все это лишь комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Электромеханические сирены будут работать с 10.40 до 10.43, а сигнал «Техническая проверка» продержится на экранах телевизоров буквально одну минуту.